путешествий просто мечтают посетить Эмираты. Всем известно, что качество отдыха и сервис в этой стране намного выше, чем в привычной россиянам Турции или Египте. Соответственно, такой отдых и обходится дороже. Закономерное желание сэкономить на поездке. Следует спланировать свое путешествие заранее в соответствии со своими желаниями и ожиданиями от отдыха. Не стоит переплачивать за услуги, которыми не планируете пользоваться, но не забывайте, что отказ от необходимых благ себе дороже выйдет, как говорится. На чем же можно сэкономить, отдыхая в Эмиратах? Дешевый дубайский авиаперевозчик Fly Dubai летает во многие города России. Москва, Казань, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Минеральные воды, Ростов-на-Дону. Покупайте авиаперелет заранее. Это поможет сэкономить раза в три больше, чем если в спешке брать билеты за неделю до вылета. Также из Москвы в Шаржу летает Air Arabia – дешевый авиаперевозчик Шаржи. Правильно выбирайте время поездки. Сезон, жара, праздники очень влияют на цены. Не меняйте деньги в аэропорту. Там самый невыгодный курс. Визу россиянам не нужно заказывать заранее. Она проставляется в паспорт в дубайском аэропорту абсолютно бесплатно. Заказывайте отель заранее на booking.com. Это поможет сэкономить на ценах на отели. Дорого обходится проживание в Эмиратах. Чтобы сэкономить, выбирайте городские отели или отели apartments. Городские отели расположены далеко от пляжа и, соответственно, намного дешевле отелей с собственной береговой линией. Если вы не планируете каждый день валяться на пляже, то и не стоит переплачивать за это. Hotel apartments – это вид отелей, которые не делятся по звездной системе, но предполагают наличие мини-кухни в номере. Особенно удобен такой вариант для отдыхающих с детьми, чтобы самостоятельно готовить здоровую и дешевую еду. Можно здорово сэкономить, покупая продукты в супермаркетах. Дешевые супермаркеты – сеть Carrefour, Giant, Lulu, Union Cooperative. Хотя в городе большой выбор изысканных ресторанов, где подают невероятно вкусные блюда, все-таки удовольствие это не из дешевых. Гораздо экономнее будет заглянуть в несколько местечек, где продают простую, но не менее вкусную еду. По городу удобнее перемещаться на авто. Если есть права международного образца, то можно взять авто на прокат. В городе также множество такси, но если пользоваться метро, получится ощутимая экономия. Достаточно только изучить карту и узнать местоположение тех достопримечательностей, которые вы хотите посетить. Многие туристы специально приезжают в Дубай ради шопинга. Однако цены в торговых центрах не всегда приятны. Некоторые товары, точно такие же, как в моллах, можно приобрести на местных рынках. А главное, там можно торговаться хоть до хрипоты. Если вы подкованы в этом вопросе, цену удастся сбить почти вдвое. В Эмиратах есть отличная книга скидок – The Entertainer. Также сейчас уже появилось и мобильное приложение для смартфона. Этой книгой и мобильным приложением пользуются все в Дубае. Работает по системе «Buy one, get one free». Купи один, второй получи бесплатно. Распространяется скидка на билеты на многие дубайские достопримечательности, рестораны, тренажерные залы, спа и отели. Купить можно здесь, по этой ссылке. И ее доставят к месту вашего проживания в Дубае. Мобильное приложение можно скачать на той же странице. А я вам желаю отличного отдыха в Дубае и незабываемых впечатлений. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите вопросы и комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще много интересной информации о Дубае и Эмиратах.